Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас обзор каталога номер 6 компании Oriflame. И краски сгущаются, чувствуется приближение лета, и поэтому нас ожидает новая коллекция Линчао. Она названа как одноименно, как и ее автор-создатель Линчао Джао. И это шикарная парео роскошных оттенков: фиолетовые, сиреневые, зеленые, желтые, оранжевые. То есть здесь есть все под любой образ, на самую, наверное, такую любительницу яркого и прекрасного. Материал на ощупь очень мягкий, напоминает натуральный шелк, хотя это полиэстер. Приятные текстуры, полупрозрачные. Я думаю, что это будет украшение на любом пляже, как на российском, так и за рубежом. Это Бали или Доминикана. А также в этой коллекции есть шикарные очки. Они настолько красивые, яркие, роскошные. И оправа сочетает в себе много оттенков: желтый, зеленый, оранжевый и черный. И дужка, тонкая золотистая дужка, которая заканчивается тоже таким же красивым пластиковым окончанием. И я их примерю, чтобы вы имели представление, как это в деле. Мы потом еще покажем несколько разных вариантов, на каких лицах, как это выглядит. Но мне очень комфортно, как по ощущениям дужки не давят, лежат очень удобно, сразу уютно сели на нос. Мне комфортно и классно, и очень здорово в них смотреть. Супер просто. И также в этой коллекции Линчао представлена очень красивая сумка, какая как раз актуальна для лета, белый цвет. Сумка очень мягкая, красивая и оригинальный дизайн. Ее можно носить за металлические круглые ручки, она будет такая большая. Если же у вас в сумке мало чего лежит, вы можете просто опустить ручку, то есть она вот так упадет, и перекинуть ее через плечо. А, кстати, вот эта ручка не съемная, длинная, то есть вы ее носите просто на плече. И все, внутри сумка без замка, есть карман на молнии и два кармашка для всякой мелочи и для телефончика. Очень красивая, классная, такая мягкая. Думаю, что это будет очень популярный продукт. И у нас в серии The One вышла новая тональная основа. Она идет на основе родниковой воды, и она делает очень красивый ровный тон лица, и при этом ощущение, как будто холодок на коже. У нее высокий солнцезащитный фактор SPF 20, и это будет очень классное дополнение к лету, чтобы прекрасно выглядеть. В серии The One вышла новинка, тушь с очень красивой кисточкой, удобная, мягкая кисть. Но самая большая фишка в этой туши, это что к ней у нас есть три щеточки в таком красивом дизайне. Вы можете выбрать себе любую. Как это будет выглядеть? То есть вы выписываете себе тушь, выбираете щеточку одну или можете взять все три. Ну, например, вы выбрали себе желтую. Вы берете отсюда кисточку, из туши вынимаете, вставляете в свободный колпачок, а сюда добавляете свою кисточку и пользуетесь. Хотите то, хотите, меняете на это. Всегда можно будет эту кисть помыть и использовать для другой туши. Кисточки очень классные. Желтая у нас будет подкручивать реснички. Розовая дает у нас супер объем. И голубая — экстремальное удлинение. Выберите то, что вы хотите, или сразу все три. Также у нас появились невероятной красоты карандаши, три оттенка, очень яркие, сочные цвета. С одной стороны они у нас идут светлые оттенки, оранжевый, желтый, голубой, а с другой уже идут более такие темные, которые делают у нас, как сказать, да, акцентные карандаши, которые мы выводим стрелку. Очень экстремальные цвета, и как раз к ним у нас вышло три оттенка, то есть три набора с разными оттенками теней. Ну, я думаю, что вот этот как раз будет самый такой эффектный для лета, как раз под эти карандаши. Вот такие сочные цвета. По качеству теней могу сказать, что я сейчас такими пользуюсь. У меня набор состоит вот из таких вот шоколадно-серых оттенков. А здесь у нас яркие, летние, очень игривые цвета. Лежат великолепно тени, у них шелковое такое покрытие идет,
не слишком плотная, но если вы будете наносить на специальную основу, то вы можете добиться результата очень яркого и эффектного. Тоже тени очень классные. Также у нас в этом каталоге будет тушь, уже полюбившаяся многим, тушь объемная. У нее очень пушистая, классная кисть. Мне тушь эта понравилась. И будет два оттенка. Черный и оттенок, который очень часто спрашивают, это сливовый. Он выглядит, в принципе, так же, как и черный. И вот этот вот тон такой легкий, дымка сиреневая, она появляется только когда вы на ярком солнце находитесь. Поэтому тушь будет тоже очень классно подчеркивать вашу красоту и нежность. И в серии The One нас ждет новинка. Она пока что не представлена в каталоге, но тот, кто в премьер-клубе, уже может себя побаловать новой помадой Stick. Это такие 7 шикарных помад, которые выкручиваются. Я вам сделаю отдельное видео по каждому цвету, чтобы вы внимательно посмотрели, как они лежат на руке. И что я могу добавить? Помада содержит витамин Е и масло ши. Шикарно лежит на губах. И что очень удобно, то что эта помада у нас выкручивается. То есть ее не нужно точить, она просто выкручивается легким движением руки. Еще у нас в этой коллекции вышла новая косметичка. Чтобы хранить всю эту красоту, да, нам нужна косметичка. Посмотрим ее размер. То есть у нас помещается тушь, карандаши, сменная кисточка. Ну, пожалуй, 3 оттенка помад, да, каждая себе выберет. Остается место еще для теней. И даже еще есть место. Ну, вполне комфортное, удобное и очень классное. Ну, и даже, может быть, тональная основа. Чтобы все было с собой под рукой. В серии Giordani у нас вышла очередная бомбочка. Это супер, мега, шикарные, роскошные румяна в шариках. В такой красивой черной баночке с золотистой окантовочкой. Внутри нас ждет такая защита, да, губочка очень мягкая. И шикарные оттенки. Тут коричневые, золотистые, розовые. Это все цвета, которые позволят нашим щечкам сразу заиграть, заблестеть и подчеркнуть красоту нежного летнего загара. Вот такая классная штука. Кстати, в этом каталоге на румяна именно этого оттенка идет акция. Обязательно посмотрите, по какой выгодной цене вы можете приобрести эти румяна. И завершим мы наш обзор такой вот классной щеточкой. Это, знаете, такое, есть скинпро на батарейках, а есть скинпро ручной. То есть вы берете щеточку, с одной стороны у нее даже есть такое отшелушивающее, как силиконовые щетинки, с этой стороны мягкая щеточка. Естественно, ее нужно намочить, добавить капельку вашего любимого геля. И аккуратненько, ручками двигаемся по массажным линиям от середины, от центра лица, в сторону и вверх. Ну и носик тоже обрабатываем и лоб. То есть где-то 1-2 минутки вы делаете легкий массаж. Эти щетинки, они не травмируют кожу, потому что они очень мягенькие, тоненькие, но они прекрасно очищают кожу и делают уход еще более эффективным. И что мне понравилось, здесь удобный защитный колпачок, который вы просто одеваете на щеточку, чтобы она не пылилась, и храните в таком виде. Кстати, даже можно ее повесить на какой-то ваш любимый крючок. Спасибо вам всем огромное за внимание. Я надеюсь, вам понравился обзор. Если понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал и будьте всегда с нами, и будьте в тренде. До встречи. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.